Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Андреян. В общем, сегодня будем смотреть запрещенный БТГ-генератор, который произведен в Турции. В общем, друзья, долго думал, как это лучше все предоставить, да? И сегодня будем смотреть по порядку и разбирать, как же все работает. А по порядку будем просматривать видео, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я здесь очень много запрещенной информации буду рассказывать, то, что не говорят по телевизору или не рассказывают в школах. Ладно, поехали. Ребят, еще забыл сказать, обязательно досмотрите это видео до конца, потому что будет очень много разбора и очень много интересных фактов. Смотрите обязательно до конца, чтобы не пропустить все. Şu anki devrini Muammer Bey'e sormak lazım ama belki fazladır. Yok yok, 2800'den de. Then you turn around the moment that they make a picture of it from this inside the cage. Sure. Much cake and pina. Cake manda pina de pina de coma. The next one up here, not oh, iron there. Huh? Attention, huh? the photograph. What is now closed, it will be once patented or not. Depend on who is going to proceed with this. But now think where he put the petrol inside. Yeah? Just think how he made it. Yeah? It's up to you. Так, друзья, возможно, кто-то из вас не заметил, посмотрев это долгое видео, но проработав генератор, они его разбирают. Я полное видео оставлю в описании, посмотрите там с самого начала до конца. Видео очень длинное, но здесь, ребята, вот в самом конце это самое интересное, то есть это развязка. То есть вы заметили, как все стоит? То есть оно вот так вот лесенка идет. И вот этот изобретатель, когда он все разобрал, да, то есть все покрутили, он пустой. То есть магниты и вот этот вот блок. Но вот этот вот блок, он нам больше всего интересен. Давайте посмотрим почему. Смотрите, когда стоял этот мотор на выставке, друзья, там выходили вот такие проводки, да, и соединялись между собой. То есть не выходя дальше наружу, не подсоединяясь к источникам энергии снаружи. В общем, есть такое подозрение, что там стоят катушки, и все это реализовано по типу слободяна. Только все это делается как бы механическим путем, то есть не используя никакие ни диоды, ни что-то там такое заумное, а просто за счет того, что в нужное время магнит как бы проскакивает как по елочке и дает толчок импульса в другой такой вот элемент, то есть который сделан из пластика, и вот такие вот сердцевины торчат. В общем, смотрим дальше. $2,600.
5 minutes, it's increased by 5 RPM. Yeah. It's been running for 40, half an hour. Started at 2600 RPMs. Now it's at 2663. And this is Yildiz, has a smile on his face. Yildiz, that's how you pronounce it. В общем, друзья, первое, самое главное в этом генераторе то, что я увидел. Это когда стоят магнитики местами, как магнитная елочка. То есть получается, что магнит, он пролетает как бы, да? И в конце стоит магнитик еще, который подталкивает. В общем, я вам этот момент покажу. Также, друзья, немаловажный эксперимент, который я тоже показывал вам, мне тоже скидывал человек одно видео, когда магнит перевернут другим полюсом и как бы соединен с другими магнитами, то он притягивается и отталкивается в сторону. Это тоже не очень немаловажный вопрос, так что тоже советую этим воспользоваться. Ладно, а теперь смотрим видео и думаем, как все это дело можно реализовать. Если кто-то из вас пробовал подобное сделать, ребята, обязательно скидывайте любые видео, любую информацию под видео. И, соответственно, ставьте лайки и подписывайтесь. Все видео на оригинал оставлю в описании к видео. В общем, что мы видим на видео, друзья? То, что можно все-таки как-то обхитрить, обойти магнитное поле. Как вы видите, в видео используются обычные черные магниты, которые я уже сейчас заказал с Алиэкспресса. Как только придут, будем тестировать вот этот вот интересный достаточно эффект. Когда магнит поворачивается другим полюсом, прижимается, а другой магнит как бы он приближается и как бы в сторону уходит. По сути, это и есть элемент, который позволяет, по сути, это и есть толкательный вот этот момент. Я даже точно не знаю, как это называется, надо экспериментировать, смотреть. Это и есть то самое, как мы будем делать БТГ-генератор магнитный. В общем, это и есть принцип. Здравствуйте. Привет, тебя зовем? Привет, приезжай. Там выпад. Я пытаюсь собрать все, что я хочу.
Ну что, друзья, на этом все. Вот такое вот массивное видео. Надеюсь, оно вам было полезным. Если кто умеет мастерить такое, давайте соберемся и сделаем это. В общем, я заказал себе магниты, жду, когда они придут. И после этого будем пытаться тоже что-то мастерить. Ссылку тоже оставлю в описании. Ладно, на этом все, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся. Пока-пока.